Спайдер. Спайдермен какой-то. Спайдер-паук. Ну давай, сразимся с тобой. Так, я знаю, что делать. Надо его так вот щелкать. Оп-о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 п. Все. Побежал паучок. Ракетка. Есть. Да, это же надо так было. Еще отщелкаться. Опа-опа-оп. Аккуратно. Аккуратно, чуваки. Я знаю, что вы умеете играть. Так, опять босс рассверепел. Мы тебя сейчас попробуем. Ах ты, козявка. На тебе. Ой, а как я так перевернулся? У меня еще есть машинка. Мобил. А если я две возьму ракетки, интересно? Ох ты, нифига он как бросается. Ну сейчас, погоди, я тебя щелкну. Сейчас. А, все, ты убежал, да? Ладно. А, ракетный комплекс установлен. Мне, в принципе, надо аккуратно двигаться. Ракетный комплекс все сделает за меня, наверное. Но это не точно. Ага. Так, убегаем от этого ящера. Какой же ящер, смотри, сильный, а? Я его никак не могу победить. Ай, головой стукнулся в летающую тарелку. На, не вовремя тарелочки здесь начали летать. О, нет, пилы. Ах ты, е-мое. Ну тут главное под одну пилу хотя бы подлезть, а не под все три. Так, босс опять рассверепел. А когда мы его победим уже, этого босса? Интересно. Так, энергия. Мне, знаешь, не энергию взять, а здоровье. Ну что-то здоровья нету. Да сколько вас тут много, ребята? Вы что, вы думаете, я вас тут смогу всех победить? Ага, давайте пойдем. На второе, вторая, первая победа у нас была. Так, это какой-то маленький. Ладно. Сейчас мы его... Мы будем здесь ждать, пока он подъедет. Никс. Ждем. Где он там? О, летит. На тебе. Огонька не надо тебе немножко. Кстати, можно этот самый заменить мне. Взять ремкомплект, может быть, даже возможно. Потому что пригодится. Все. С ремкомплектом. Алексей против нас, да, играет? Ну ладно, мы сейчас даже вот сюда даже встанем. Вот здесь встанем. Все. Давай. Ох ты, улетел, убежал. Алексей, давай, возвращайся назад. Опа. Так, главное, чтобы он не стрелял. Смотри, какой хитрый. Ну и что дальше, Алексей, ты будешь делать? А, у него такая же тактика, как и до этого была. Ну, еще один раз и все. Есть, победа. Победили мы. Так, 100 монеток заработали всего лишь. А можно 2000 заработать монет. Угу. О, тут уже серьезная. Серьезная, ребятки. Тесла. Так, не знаю, что делать. Давайте подъедем здесь немножко, вот сюда встанем. Ох ты. На тебе, дружок огня. Так, он стрелять начинает, смотри, а. Ладно. Подождем, как еще поближе. Давай. Есть. Еще немножко осталось. О, все. Сам взорвался. Так, до 500 еще немножко осталось. О, ё-моё. Этот самый, как его зовут? Этот самый слон. Мама, да. Ох, нифига, меня прям... Как же он меня стрельнул. Так, а чё он такой слабый был, оказывается? Так, до 500 еще немножко осталось. Мне как раз монетки нужны были.
Кобра. Кобра, кобра, кобра. Что ж с коброй делать? Там такая же тактика, как и с этим было, с Джокером. Встаем сюда. Вот, и его начинаем обжаривать. Обжаривать, 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 обжаривать. Не даем ему подъехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тебе. Ах, пришлось мне аж сюда подойти. Так, быстро ем комплект, используем. Все, подлечились. И мы его сейчас зажарим. Есть! Победа! Ну вот, 500 монеток уже заработали. Это хорошо. Так, 100 сначала монет заработали, а сейчас еще заработали мы 500. Получается, в итоге 600 монет будет. А, мы против этого Феникса. Ой-о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 й. Феникс против Феникса. Опасно, 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 опасно. Ну ладно. Так, будем вот отсюда вожарить его. О! Давай, едь сюда, поближе ко мне. Так, ремкомплект. Но он его не использовал. А зря. Скоро сундучок откроем. Поехали дальше. Да, мой любимый танк Титан. А второй любимый танк Феникс. И сейчас проверим, кто кого. Титан или Феникс. Давайте здесь сразу спрячемся. Вот сюда. Вот здесь. Ох ты! Ах ты гад! Смотри, что он творит. Какой удар использовал. Так, быстро подлечимся. Сюда же спрячемся. И его будем жарить. Есть, прожарили. Успешно. Победа. Атакама кладбище играем. Все, ускорились. Хорошо, ребята, нам нужно здесь занять, по крайней мере, второе место минимум. Лучше первое. Ой, спасибо, ускоритель. Ускоритель мне потребуется. Сейчас попробуем здесь как-нибудь выйти в лидеры. Так, опа, бензинчик хорош. Так, здесь у нас повороты начнутся. Надо где-нибудь, где будет прямая дорога. Ну вот, оптимально прямая дорога. Так, ускоритель есть. Прошли мы немножечко. Вперед. То же самое. До 300 км в час мы ускоряемся, понял? Так, а это что за гад такой, а? Я не понял. Вот мне его тяжело обогнать. Не, смотри, он какой вообще мощный. Попробуй его обгони. Сейчас будем ехать. Нормально, сейчас крутой поворот. Так, а здесь ускорение используем. Ага, на повороте я, да? Немного поворотов ускорения включил. Ну ладно, ничего страшного. Так что пока третьими едем. Так, вот этого в красном надо, да, догнать? Ну ладно. Так, все, больше ускорителя у меня нету. Немножко бензинчика взяли. А, все? А, приехали третьими? Да, не получилось нам. Почему мы не поняли? Не понял я. Ну ладно. Так. Заработали мы какие-то фигни. 336 у нас вообще базовых очков. А у нас следующий, это мармеладовый какой-то, какая-то штучка. А чё это я выкидываю в мусорку, да, вот эти вот остатки? О, давай, давай. А, мы пока не дорежем до конца, он двигаться не будет. Опа. А, отрежьте нужный вес. Я просто чисто случайно, ребята, нажал. Так, отлично, ваш результат лучше, чем у 15% игроков. У 15%? Так мало? Как по маслу. Так это какая-то говняшка, ребята. Ладно, давайте мы их его порежем. Как хрустит. Как же хорошо. Все. Уровень пройден. Следующий уровень у нас загадочный предмет какой-то.